Не лякайте наших глядачів, вони не знають, що таке гендер, пендер і все остальне. Гендер, пендер і все остальне. Женщина всегда будет второстепенным в нашем мире. Блондинка за рулем. В Ивано-Франковске полиция остановила внедорожник, который мчался по встречной полосе. За рулем оказалась женщина. Это знаете, это Рэмбо, типа, в кавычках, храбрый, националистический, только почему-то как тёлки. Женщины будут превозноситься как самый высший дар природы. Моя крихітка прийшла. Брюнетка, у нее больше левое полушарие работает. Это логика, это рацио. У Коломойського с**ч як дір. Мужик всегда знал, что взявшись за грудь, говори что-нибудь. Просто у нас є таке поняття, що якщо жінка яскраво виглядає, ну, відповідно, а про що з нею говорити, на жаль.